Израильская больница Западной Галилеи в Нагории удивила и порадовала местных жителей так называемым мультикультурным бэйби-бумом. В один день здесь родились сразу 4 пары близнецов, при этом мамы все разного вероисповедания. Я считаю, что вчера был очень символичный день и очень счастливый, когда все 4 женщины, христианка, мусульманка, друзка и еврейка, родили близнецов. Каждая через несколько минут после другой. Это очень счастливое событие, которое, несомненно, отражает общность нашей жизни. У мамы иудейской веры и арабки-христианки родились двойняшки разного пола. У мусульманки и женщины из общины друзов теперь будет по 2 дочки. Двум мамам делали кесарево сечение. В больнице Западной Галилеи ежегодно рождается более 5000 детей. В 2012 году здесь появились на свет 125 пар близнецов.